Урок 11. И следующая буква арабского алфавита – буква «Заль». Давайте посмотрим, как она пишется. Буква «Заль» располагается на строке и имеет точку сверху. Еще раз. На строке точка сверху. Это буква «Заль». А теперь научимся правильно произносить эту букву. «Заль». «Заль». Произнося букву «Заль», мы должны обратить внимание на три важных момента. Первое. Буква «Заль» – мягкая буква, поэтому нужно произносить ее мягко. «Заль». И не стоит произносить ее твердо. «Зал». Мы ее произносим мягко. «Зэль». Второй момент. Буква «Зэль» звонкая. Послушайте. «Зэль». «Зэль». И в-третьих, буква «Зэль» межзубная буква. И для правильного произнесения нужно поставить кончик языка между передних зубов. «Зэль». Если же мы не поставим, и язык будет за зубами, то у нас получится другой звук. «Зэль». «Зэль». Нет, правильно нужно произносить «Зэль». «Зэль». Как вы обратили внимание, мы с вами проходили уже одну межзубную букву. Какую? Правильно, это буква «Ц». Давайте напишем ее рядом. Буква «Ц». Теперь буква «З». Обе этих буквы межзубные. И для их произнесения мы ставим кончик языка между передними зубами. С одним отличием, что буква «Ц» она глухая, а буква «Дель» она звонкая.